Ням-н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 ям. Вот, ребятки, мы уже с вами какие большие. Ого, смотрите, как сколько мы нашли еды. Ням-ням-ням-ням-ням. Вот. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, ребятки, с вами, как всегда, Юра, и сегодня мы будем играть в игрушку Warmite. И, о, ребятки, похоже на игрушку Слизарио, где мы с вами, ребятки, ели червячками сферы, но здесь, ребяточки, нам приходится собирать подарочки, а также различные конфеты. Ну что ж, ребятки, поехали! Так, вот это я, ребяточки, красный, да? Да, все, ребятки, ням-ням-ням-ням-ням, посмотрите, сколько здесь вкуснятины собралось. Вот это вкусно, да, не правда ли, ребятки? Вот это, конечно же, прикольненько. Так, ням-ням-ням-ням-ням, отлично и очень-очень вкусно. Ням-ням-ням, ребятки, давайте и мишку желейного, и мороженое, и торт, ребята. Да здесь все есть, так, ребятки, но... Самую большую часть, ребятки, надо уделять именно тем моментам, которые... О, нам помог вырасти, ребятки, волшебный эликсир, который в бутылочке был. Вот! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот, ребятки, мы уже с вами какие большие. Ого, смотрите, как сколько мы нашли еды. Ням-ням-ням-ням-ням. Вот это да. Вот это мы с вами в действительности огромные. Так, ребяточки, давайте, наверное, с вами поплывем, поплывем, поплывем. Вот так вот, вот, смотрите, какой малыш. О, ребяточки, малыш даже врезался в меня. О, ням-ням-ням-ням-ням. И мы все у него, естественно, забрали. Так, надо кого-то большого, ребятки, подрезать, чтобы... Ого, какие большие! Посмотрите, какие большие, ребяточки, червячки здесь уже ползают. Ага, вот он, ребятки, он, наверное, хочет замотать меня. Эта змея хочет меня... Ай, тут никак, тут никак. Он меня замотает здесь. Ребята, все, хана. Он меня замотал, перемотал. И таким образом, ребяточки, он в действительности победил. Так, ребяточки, ну что ж, погнали. Погнали дальше играть нашу замечательную игрушечку. Берем теперь, продолжаем. Давайте возьмем другого цвета червячка. Хочу голубенького вот этого. Давайте возьмем голубенького червяка. И погнали. О, ням-ням-ням, я сразу вырвал. О, ребята, я сразу взял бутылек и сразу стал большим. Вот это в натуре круто. Так, отлично, ням-ням-ням-ням-ням. Хорошо, замечательно. Так, ребят, нужно помнить, что сама суть как бы этой игры заключается в том, что нам здесь с вами приходится играть... Ой-ой-ой, ребяточки, чуть не врезался в большого червяка. Здесь нам приходится, ребятки, играть за червячка, кушать сладости, а еще... Чтобы становиться большими, нужно съедать все запасы червячков предыдущих. Вот, например, вот, видите, большой червяк здесь ползает. Он реально тут уже, наверное, места не будет, да? Проползти. Это он здесь тут, да? Ребяточки, а ну? Есть здесь конец или нет? Давай, 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 давай. Ух, вот зеленый другой, ребята. Так, нам надо, ребятки, съедать других огромных червяков, перекрывать им путь, чтобы они в нас, так сказать, врезались и погибали. И тогда мы сможем все сладости, которые они растеряют, собрать и вырасти огромными-огромными. Ой-ой-ой, здесь этот червяк никуда не годится. Куда ни потыкни, везде он, ребятки. Посмотрите, какой он большой. Он же сейчас меня съест, ребята. Нет, надо вниз, надо срочно вниз. Так, летим вниз, ребяточки. И здесь. И здесь. Нам придется что-то у бутылочка. О, отлично, мы еще больше стали. С вами на 10%. Так, отлично. Так, давайте вообще будем убегать от них. Ребяточки, я пропал. А пропал я, потому что вышел за карту, видите? Я немножко вышел, ребяточки, за карту, и из-за этого я немножко проиграл. Так, давайте посмотрим рекламу. Что у нас здесь? Реклама, да? Так, ну что ж, погнали, ребят, дальше. Продолжаем нашу игрушку. Поехали. Так, я хочу теперь взять... О, такого хочу разноцветного. Или вот такого. О, вот такого с сердечками. Поехали.
О, я сразу появился, а кто-то пропал большой, ребятки, вы посмотрите. Кто-то большой проиграл, а я сразу появился. Вау, сколько еды, ребята! Вы только посмотрите! Ой-ой-ой, он меня, ребяточки, подрезал и съел! Ну куда это годится-то, а? Это никуда не годится, надо заново, ребят. Так, да что это такое? Опять реклама. Да, ребяточки, съел меня, съел. Так, давайте по новой. Вот такие мы масенькие, ребяточки. Опять с самого начала мы начали с вами. Так, и нам теперь надо найти, ребяточки, большого червяка, чтобы перекрыть. Да что ж такое? Опять проиграл, а? Опять проиграл, ребятки. Не может быть. Как быстро так, а? Так, ребяточки, поехали. Давайте другого цвета возьмем. Нам этот цвет как-то не везет, да? Давайте зеленого. Все, зелененьким червячком мы будем играть. Надо просто быть аккуратным. Я скорость просто дал, ребячки, и таким образом я проиграл. Так, давайте соберем вот эту всю вкуснятину, которая здесь для нас разбросана. И будем искать, где же нам выжить еще. Давай, 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 ням-ням-ням-ням-ням. Ох, как же вкусно. Ох, ребятки, какой я стал длинный сразу, посмотрите. Отлично, мы съели одного чувака и забрали все его сладости. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, отлично, наш червячок, ребяточки, ищет себе приключений. Так, вот этого, в принципе, можно было бы съесть. Так, маленький в меня врезался, мы его подрезали и, конечно же, съели. Так, отлично, отлично. Так, ребята, а где же червячки-то? Все остальные. О, вот бутыльки. О, ребятки. Эти бутыльки, ребята, я так понял, делают меня длиннее. А сама вот эта еда делает меня шире. Так что, собираем все. О, монеточку даже собрал. Отлично. О, еще бутылек. А, ребяточки, я думал его перекроить. Оказывается, он сам меня перекроил, и таким образом я проиграл. Но никуда не годится, ребятки. Абсолютно никуда. Так, ну что, ребятчики, погнали. Так, что у нас здесь есть-то здесь, а? Давайте посмотрим-ка. Вот. Вот, ребяточки, у нас есть вот такой вот. Давайте опять голубенького возьмем. Так, ребят, надо нам найти зелье. О, вот. Ай, забрал зелье мое. Чужой червь. Да что ж такое-то, а? Так, идем, ребяточки, туда, куда нужно. Давай, 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 отлично, отлично. Ого, какой большой червяк. И вот это он может меня съесть, ребятки, вы представляете? Ой-ой-ой-ой, нет-нет, там, ребяточки, этот хочет перекрыть. Я понял, как они действуют. Они хотят меня заманить, ребятки, но мы от них будем убегать. Ой, убежали и врезались в маленького. Вот это у нас, конечно же, беда произошла, ребятки. Давайте с вами с нее как-то потихонечку будем выкручиваться. Так, ну что ж, погнали, ребят. Погнали, 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 погнали. Давайте продолжить. Давайте только возьмем, наверное, красненького червячка. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Там же ж был этот. Вот. Зелье. Или... А, нет, это не зелье было. Это мне, ребятушки, показалось. Это на самом деле было не зелье, а просто вот такая вот штука. Отлично. Ням-ням-ням. Ого, какой большой. Огромнейший просто, реально. Просто реально огромнейший червь. Мне таким, наверное, никогда, ребятки, не стать огромным.
Давай-давай соберем вот это все. Я хочу стать большим и съесть всех червяков. О, отлично, уже более-менее. Ага, здесь зеленый ползет большой. О, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, ребяточки. Как же вкусно. Все это. Так, а где червячки, которые хоть немножко, ребяточки, похожи на меня? А то все огромные, то слишком маленькие, то слишком огромные, чтобы мне можно было состязаться с моими соперниками. Абсолютно не нахожу таких ребят. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как же вкусно все это. Отлично, отлично, отлично. О, вот тут опять. Вот он. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, и опять, ребяточки, я врезался. Так, ребяточки, ну что ж, походу я в эту игру играть не сильно хорошо умею, дорогие друзья. Ну что ж, давайте тогда на сегодня, ребяточки, на этом и закончила. Если вам нравится эта игра, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. И, ребяточки, комментируйте мои видосики. А с вами был, как всегда, Юра, ребятки, пока-пока.